Mark my words, comrade. One day things will change. Today is that day. Главное свойство работы над озвучиванием каких-либо ролей — это то, что совершенно не важно, как ты выглядишь. Меня бы никогда не взяли на роль резного, если бы речь шла о кинокартине. Я не похож на него физически. Записываем 2.64 и 2.67. Озвучивание таких игр, как Call of Duty, это настоящее испытание для вашего голоса, потому что нужно записывать очень много приказов. Ведь вариантов развития действий просто не счесть. Периодически нужно перекрикивать сильный шум. Стрекотание пулеметов, взрывы. We must achieve victory. Light him up!